Всем привет, с вами Гимлот, сегодня четверг, а значит время для очередной потасовки в Хардстоун. Сегодняшняя потасовка называется «Пауки, повсюду пауки». И сегодня мы будем играть за... Давай переключись, за охотника, поскольку у меня на него задание. Рексар против Рексара, но это неудивительно. Тут очень много охотников, особенно когда я только запустил эту потасовку ночью. Прям вообще... Было не протолкнуться. Правда, я пытался поиграть за разбойником, у меня ничего не получилось. Пришлось тоже поиграть охотником. Так. Ну, давайте же. Начнем засилие тенетников. Вот охота неплохо пришла. Карта. Наверное. Сейчас узнаем. Он решил пробовать разыграть существо, нет? Видимо, большое выпало существо. Ого, секретный секрет. О, волк, это хорошо. Если он сейчас выставит что-то большое, волк мне поможет от этого избавиться. Ой. Секретный секрет. Что же это может быть? Но это не важно, что это может быть. Сколько у меня есть... Вот такая штука. Какой он коварный. Он хотел использовать медвежью ловушку. Но нет. О, зверь. Да, зверь. Клёво. Собака странная, правда. Она вроде такая, я нападаю, а потом такая, что это было? Такая, опешила. Опять секрет. Какой он секретный. Я хочу пока выставлять тенетников. Да. Запустить медведя? Нет, пока не хочу. Да, вероятно, у него там именно медвежья. Офигеть, лук. Тут вообще-то тенетники должны быть в колоде. А у него лук. И два секрета уже. Но это не важно. Так. Важно то, что сейчас медвежо... перенаправление. В лицо. Нет. Ну ладно. Ага, совенок. Совенок это, конечно, интересно. Попробуем так. И карту за три маны какой-нибудь. Спустить собак, конечно. Хотя, возможно, не стоило. Да, скорее всего, надо было взять существо. О, свин. Темный вепрь. Вроде хорошая карта, а вроде с одним хп... Так себе. Так. Выгодно ли сейчас? Почему бы и нет? Раз. И давайте посмотрим на свое существо. Два. Ага, это мы прибережем. Пока вроде ничего так. Стол захватили. Когда вы призываете существо, оно получает плюс 1-1. А в сочетании с... Не помню, как карта называется. Что ты делаешь? Нечестно. В
сочетании с картой, которая была в гоблинах и гномах, которая бафала маленьких существ. Это очень даже прикольно. Так. Так, так. В следующем ходу можно будет ее разыграть. Притом тут нет ограничения, какое будет существо, то есть неважно, две у нее атаки или три, как это было в гоблинах и гномах. Хотя если вы играете в, как это режим называется, где все карты доступны, тогда там можно все сочетания провернуть, в принципе. Так. Это не лунная поляна. А чё, ты хотел лунную поляну? Все это мы уберем. Этого сделаем злее. И качнем тенетник. Тенетник, который сходил в качалочку. Это даже круче, чем мукла получается. Ну, если на один ход его использовать. Поскольку можно выставить существ, и не нужно использовать силу героя. А вот если на долгосрочную перспективу, тогда да. Чё-то у нас. Раз, два, три, четыре, пять. По-моему, он мертвый. Раз, два, три. Хорошая игра. Да. Кажется, он понял, что я посчитал. О, это что-то новенькое. Трал. За молот Рока, да начнется охота. За молот Рока, да начнется охота. Ну так давайте посмотрим, кто за кем будет охотиться. Я надеюсь, что я за ним. Что я его победю. Тенетник и тенетник. Мне бы опять тот выстрел бы, который убивает существо и дает существо 1-1 на стол. Если это будет... Это будет провокатор. Вот эти мне очень... О, мукла. Мне дали выстрел побольше. На 3 единицы урона. И заодно в лицо, но он стоит 5 маны. Мукла, мукла. Даже не знаю. Можно, наверное, замуклить. Чтобы он всех существ об муклу разбил. Почему бы и нет? Ха, а мы ему даже хуже, мы ему не дадим пока что бафнуть паучков. Сколько там у него карт уже? 9 карт. М-да. Эта карта бы мне помогла. Но нужно 6 маны. Тара-тара-та-та-там-пара-пара-парам. И когда-то не знали мы этих дней веселых. Так, что там у него 8 карт? Здесь будет 9 карт. Ха, совенок, это круто. То есть он сейчас что-то бафнет. И это что-то превратится в ничего. Вот бы троечку бы. Такого не бывает. Обязательно
Так, в рапторенку попадет. Ну там перегрузки. Дофигища. Хрю-хрю. Хорошо. To the face. Вообще это я должен бить в лицо, я же охотник. О, хорошая карта, если попадет. Шестиментный хрип наносит 1 единицу урона. Эй, нечестно, это моя карта. Бафни ее, бананчик. Сейчас он услышит это и такой, черт. Не будет больше бафать бананчик. Это хорошо. Это клёво. Так, давайте тоже выставим вот так. Тоже выставим вот так. Зачем я это сделал? Я должен был выстрелить и уничтожить эту штуку. А я все испортил. Ну ладно, зато я ударил в лицо. Сейчас, по идее, он с помощью банана может разменяться. Эта карта пришла чуть-чуть поздно. Могу сделать 5 в лицо. Интересно. Или сюда. Нет. А, ну, хотя тоже ничего так. Да. Отлично. О, неплохо. Времени мне выпал. Малор. Так, ну первым делом мы убьем вот это. Потом уничтожим вот это. Потом уничтожим вот это. Потом выставим вот это. Это. И закончим. Эту карту я не очень люблю. Поскольку мне выпадет тенетник, я уберу еще 2 тенетников. А шаман что-то у нас долгий. А, то есть вот так вот, да? Какая грязь. Я вернусь.
сам себя он не уничтожает. Окей. Рывок он не получит никогда, но у него есть 3 здоровья. Да ладно. The face. Так. Он все-таки убьем эту штуку. Куда она сместилась? Я ставил его между вот этой штукой. Ну, конечно, волка. А то я чуть не забыл, что я охотник. Мне нужно бить в лицо. Я стал тут разбираться. Мне это не надо. Так. Получает плюс 1-1, это ничего не меняет. Вот это что-то поменяет. Неожиданно. Ну что ж, вот такая вот потасовка. В этот раз она будет покороче, поскольку бой с шаманом был слишком долгий. На этом я тогда закончу. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, рассказывайте о канале друзьям и увидимся в следующих видео.